И сейчас начнется хоккей. В зеленой, темно-зеленой форме гости из океана. Команда Крылья Светов в бело-черной, в бело-темно-синей форме. Сегодня тренеры, которых возглавляет здесь знаменитый нападающий Монреаль Канадиенс в прошлом Боб Гейни, сделали достаточно много изменений, произвели в составе, так что мы увидим несколько новых игроков. Команда Крылья Советов, между прочим, так на нее как-то в чемпионате страны мало обращали внимания, там в центре был Спартак, ЦСКА, Динамо. Три игры выиграл в чемпионате страны, не потеряла ни одного очка, это единственная команда у нас. Выступает в своем, я считаю, сильнейшем составе, хотя тренер, как всегда, недовольный, больными. Потайчук, Золотов отсутствует, Борисков. Сегодня, правда, впервые играет Александр Кожевников, возвратившийся из турне. Вначале он играл в Швеции, потом в Англии, вот вернулся в команду Крылья Советов. Итак, вратари. Олег Браташ и Джон Кейси. Ворота защищает команда Крылья Советов. Ну и вот эту пятерку, эту тройку нападения вы в прошлый раз не видели. Центральный нападающий Перри Березан, 21 номер. Вместе с ним Стюарт Гевин. Гевин, 12-й. И Безил Макрей, 17 номер. Ну вот, защитники Лин Гетц, 32-й. И Курт Жиль, капитан команды, 2-й номер. Ну, не успели, не успела игра начаться. Сыграно было 17 секунд, как прозвучал свисток. И первое удаление. Капитан команды Жиль удален на 2 минуты. Кто же сейчас у Крыльев Советов на льду? Та же первая пятерка. 26 номер центральный нападающий Зайцев, 23 Волков и 25 Хмылев. 5 номер это Курашов, а 2 номер это Миронов. У команды Крыльев Советов, ну, собственно, у команды Миннесота Норд Старс остались те же хоккеисты минус капитан команды Курашов. Бросок, шайба застревает, попав в ногу кого-то из защитников, и требуется медицинская помощь. Сильный был бросок, и хотя много щитков, много защитного мундирования, все-таки есть небольшие места, где, знаете, вот один щиток соединяется с другим, и вот когда в это слабое место попадает шайба, то, естественно, больный, ушибы, поэтому пауза. Немчинов, 8 номер, Эсмонтович, 17-й, 9-й Гордеюк, защитники остались те же. У команды, у американской команды тоже замен, по-моему, нет. Нет, вот 24-й номер, это Марк Тинорди вышел на лед. 21-й Березан по-прежнему и Гевин на месте. Вот защитника одного поменяли. И 26-й номер Шон Чамберс, один из сильнейших защитников команды. Он в прошлом матче не выступал, насколько я помню. Итак, 0-0. По-прежнему команда Крылья Советов имеет численные преимущества. Продолжается положение вне игры. Немчинов погорячился. Серия встреч клубов НХЛ и советских клубов. Вчера команда Монреаль Канадиенс содержала вторую победу, выиграли хоккеисты из Монреаля у Рижского Динамо 4-2, и счет серии стал 2-1. Напомню, что позавчера здесь Спартак со счетом 8-5 победил Миннесоту. Главный тренер нашей команды Игорь Дмитриев, его помощники Зарубин и Котов, ну вы хорошо знаете, и неоднократно в течение матча вы их увидите на скамейке, как и, собственно, и Боба Гейни. В составе клуба Миннесота три вратаря. Вот Джон Кейси первую половину матча первого защищал ворота, потом вышел Кари Такко, бывший вратарь сборной Финляндии. Сегодня он не заявлен в протокол, но зато Ярми Мюлис, еще один бывший хоккеист сборной команды Финляндии.
Может быть, мы его увидим. Какая красивая атака. И не попал, к сожалению, в ворота Дмитрий Миронов. Вот у него снова шайба. Лебедев, Одинцов, Штепа. Нет. Еще здесь Немчинов. Еще Штепа нет. Опять шайба не попадает в ворота. Что там случилось? Брасывание в средней зоне. Итак, смотрим, кто же в составе. Вот единственное звено, которое без изменений выступает в сравнении с прошлым матчем. Звено Модана. Тот самый Майк Модана, который забросил две шайбы. 9 номер Модана. Вместе с ним 16 номер Проб и 27 Шурла. 7 номер это Фаткулин. В прошлом сезоне выступавший в Спартаке и Парис с ним играет. Смирнов, 3 номер. Пока крылья стоят, в основном атакуют, и вся игра проходит у ворот Джона Кейси. Проб. 36 номер Гетц. И опять Жиль на площадке. В полных составах команды. Но вновь звучит свисток арбитра. В полных составах команды проиграли совсем немножко. За подножку дается вновь. Игрок сборной команды, простите, игрок клуба Миннесота, Модана, на 2 минуты. Восемнадцатый Смит, 23-й Брайан Белоуз, и опять Жиль и Гетц. Ну, про Белоуза мы все время говорим, уже все его прекрасно знают, что он и на шведском первенстве, выступая за сборную Канады, был лучшим нападающим и лучшим снайпером, и что он лучший снайпер Миннесоты, 99 очков он набрал. Но в предыдущем матче он был не очень активен. 2 балла он набрал, правда, сделав 2 результативных передачи, шайб не забрасывал. Сейчас он вышел на лед, когда команда вчетвером действует. Первая пятерка команды Крылья Советов на льду. Напомню, Зайцев, Волков, Хмылев, защитники Курашов. И вместо Кузнецова здесь вновь играет Миронов, у которого сильный бросок. А идет уже 4-я минута встречи. Так, без особых затруднений вошел в зону соперников. Волков. Мяч попал, простите, шайба попала в конек. Защитнику и отскочила. Ну, опять же отскочил к москвичам. Бросков много, но пока вратарь стоит безошибочно. Курашов. Это Волкову досталось. Силовой прием был применен. Хороший пас. Немчинов. Нет, шайба к нему не попала. Делал передачу Гордеюк. В прошлый раз команда Миннесота North Stars забросила 3 из 5 шайб, когда на поле были неполные составы. Причем 2 шайбы в тот момент, когда у команды было на 1 игрока меньше. То есть 4 играли. 4 полевых игрока. Страхов. Вышел Мадан, видите, как перехватил шайбу. Первый бросок по воротам Крылья Советов и гол. Вот так же было и в прошлый раз. Спартаковцы атаковали много больше, бросали чаще, а
Соперники их из Миннесоты использовали свои минимальные возможности. И опять Майк Модана, по-моему, он отличился. Первая же атака, первый бросок, и защитники сыграли неудачно. Никто, нет, Модана сделал передачу. А добил шайбу Гэвин, Стюарт Гэвин. Защитники не помешали вот игроку добить шайбу, когда он находился рядом с вратарем. Шестая минута. Команда Миннесота North Stars повела в счете. В полных составах играли команды. Я полистал свою книжку и хочу посмотреть, на какой минуте тогда была заброшена шайба. На третьей минуте Модана отличился. 1-0 выигрывают гости. 11 номер — это Дон Барбер. Итак, Барбер и Смит, 18 номер Бобби Смит, о котором тоже вы много знаете. И вместе с ними Белоус. Белоус на льду. Тенорди, 24 номер. 5 Уилкинсон. Пятерка команды Миннесота. Выходят новые игроки на лед. Фаткулин, Смирнов и звено нападающих, звено Кудашова. Кудашов номер 14, Сергей Макаров 19 номер, и здесь опытный Александр Кожевников. Это вот Боб Гейни. 1-0 в пользу Миннесоты. Если команда играет не очень быстро, то удаются профессионалам и силовые приемы, ведь и добивания, и броски. Спартак переиграл своих соперников главным образом в третьем периоде, когда было заброшено три шайбы, две из которых на последней минуте. Кудашов. Уже, наверное, седьмой или восьмой бросок по воротам соперника. А счет в пользу гостей, которые провели один бросок. Кожевников. Шайба вратаря Джона Кейси. 7 минут сыграли команды почти. 1-0. Вообще команда довольно-таки любопытная. В этом клубе выступают хоккеисты, игравшие или играющие в различных сборных командах. Ну, обратите внимание, Билл Лоус за сборную Канады. Причем недавно играл, в 89-90 году. За сборную Канады играли и Жиль, и Мерфи, Гартнер. За сборную США выступают Кейси, Роутон, Модана, причем они выступали на последнем первенстве. Далин, 22 номер, Ульф Далин из сборной Швеции. Ну, за сборную команды Финляндии играют Такка, Мюлис, Синисала. За сборную Чехословакии Франтишек, Мусил. Сюда Миннесота, в Советский Союз, приехал в составе 40 человек. Поэтому на каждый матч выставляются новые игроки. Ну, обновляется команда, и я думаю, что мы увидим всех игроков, которые сюда приехали. Еще один бросок по воротам нашего вратаря. Браташ отбил шайбу, ну хорошо, не оказалось никого из нападающих Миннесоты. Проброс шайбы. Итак, на шестой минуте Гэвин с подачи после комбинации, в которой участвовали Модано и Чемберс, забросил шайбу. Белоус на точке вбрасывания. Нет, отошел в сторону. Рядом с ним Барбер, номер 11. 16-й, нет, 16-го, нет, 18-й Смит. А вот Барбер. Тенорди и Уилкинсон, защитники. Смонтович.
Четвертый номер — это Юрий Кузнецов. Пятый — Курашов. Немчинов. С острого угла бросок. И вот то, что хорошо делают американцы, канадцы, добивают. Сейчас вот не смогли сделать хоккеисты Крылья Советов. Гордиюк. Бросок в падении. Немчинов. Исмантович. Защитники ждут передачи. Защитники. Защитники ждали, ждали, не дождались, пошли туда вперед, и в результате контратака. Арбитр из Финляндии. Мяккеля увидел, что кто-то из хоккеистов Крылесетов чуть раньше вышел на лед, чем покинул поле партнера, и поэтому наказывается команда двухминутным штрафом. Отбивать будет Лебедев. Аплодисменты Джону Зиглеру, президенту НХЛ. Поприветствуем и мы его. Да, вот, показывает. Итак, кто же сейчас на льду у канадцев? 40-й номер — это Костат. Не появлялся. С ним в паре Чамберс, 26-й номер. В нападении все время меняются составы, не просто уследить. 17-й номер — Макрей. 41-й номер — Дэнни Граттон. И здесь же Ульф Далин, 22-й номер. Чамберс. Пока москвичи каких-то трудностей особых нет. Хоть и на одного игрока меньше, но игра идет на равных. Подкулин. Мадана, Белоус и Проб. Сейчас так выглядит тройка нападения. Положение вне игры. Белоус погорячился. Да, и старый, и млад посещают хоккейные поединки. Но, должен сказать, сегодня зрителей не очень много. Я думаю, не знаю, вот каких-то детских билетов, по-моему, спокойно не продается специально детских. А так билеты достаточно, что ли, дорогие. 10,8 рублей стоят билеты. Я думаю, что это не каждый папа или каждая мама с ребенком могут позволить себе такое удовольствие. Я думаю, что еще цены на билеты будут еще выше, если вот будет принят закон о налогообложении, как здесь неоднократно заявлялось, драконовский закон, действительно, налог на спортивные сооружения, который заставит директора стадионов повышать цены, и может получиться, что многие самые интересные соревнования в результате будут проходить при пустых трибунах. Не говоря уже о проблемах физической культуры, которые возникнут, безусловно. Мадано. Так, и это удаление прошло, так сказать, без наказания. Шайбы не было. Три удаления уже было, и шайба в это время не забрасывалась. Миннесота продолжает атаковать. Кудашов. Десятый номер — это Душа. И
И еще одна деталь, которая характерна для всех канадо-американских команд, хоккеистов. Они очень хорошо используют ошибки. Помните, как спартаковцы в первом-втором периоде ошибались у своих ворот, и тут же следовало наказание. Кузнецов. 19 номер Сергей Макаров. Несильный бросок, может быть, еще один. И еще один был бросок, и опять неудача душе. Тенорди. Хоккеисты клуба Миннесота Норд Старс 5 раз встречались с советскими разными командами. Все они проиграли эти встречи. Но первая встреча клуба Миннесота Норд Старс состоялась в 78 году, 31 декабря, именно с командой Крылья Советов. Миннесота у себя на поле проиграла тогда 8-5. Я спросил у руководителей клуба Крылья Советов, Котова и Куликова, которые выступали тогда в составе Крыса. Чем отличается нынешняя Миннесота от той, вот 78-го года? Значительно больше игроков высокого роста, мощнее стала эта команда по сравнению вот с той 78-го года. Ну и действительно, смотрите, какие орлы боевые. Гвардейцы, посмотрите, он 40-й номер, 17-й номер Макрей. На 40-й номер мы его еще в деле толком-то не видели. Дан Костат. Ну, вид внушительный. Гордеюк. Ну и в этой ситуации, конечно же, на стороне команды Крыльев должно быть преимущество в скорости. Игроки невысокие, быстро стартующие и хорошо взаимодействующие друг с другом, должны иметь преимущество в скоростной, комбинационной игре. Пока комбинации мы видим, скорости мы видим, не видим заброшенных шайб. Сыграно уже 14 минут. 1-0 в пользу клуба Миннесота Норд Старс. Отличный пас! Ну! Ну, ой-ой-ой! Ну и теперь-то можно забросить шайбу? Нет, и теперь. А что же дрогнул Геннадий Лебедев? Он стоял один у ворот. Ну, под углом, конечно, можно было бросить. Отбросил шайбу защитнику. Робость какая-то. Штепа. Мадана. Контратака Миннесоты. Мадана в положении вне игры. Двадцать седьмой номер Шурлот, 9-й Мадан. Вот они сейчас вдвоем пытались обыграть одного защитника. Не получилось. Жиль Гетц и звено Мадана. Мадана, проб Шурла. Еще раз напомню, проб 16-й номер Шурла, 27-й, 9-й Мадана. Проб Мадано. У нас звено Зайцева на льду. Вот он сам с шайбой. Курашов. Встречают жестко. Особенно вот в синей линии, в своей зоне. Партнера рядом не оказалось. Тоже, в общем-то, ситуация выгодная была у команды Крыльев Советов. Итак, боксерский поединок. Ну вот, один на один, еще там другие-то американцы полезли. Не надо. Бокс. Вид спорта джентльменов. Тут один на один. Арбитры, да пожалуйста, пусть они тут помогут.
Шурло и Курашов. Я так смотрел, кто подсчитывал, как судьи в боксерском поединке подсчитывал удары, пропущенные и достигшие цели. Равенство здесь, примерное равенство. Ничья. И в этом поединке. Нет, это тут. Это Мадана, вот тут. Мадана, он тут. А вот второму совершенно не нужно было сажать. Третьему тут. Собственно, они. Ну вот. По два игрока удалены. Сейчас тут объявят судьи свое решение. Ну, уже мы видим, кто. Пара защитников Кузнецов и Курашов у нас. 36-й. Сейчас уточним. Тут сейчас надо уточнить, тех ли удалили. То по ошибке иногда удаляют хоккеистов, которые не были на площадке. 36-й номер — это Гетц. И кто еще? Мадана там активно размахивал перчатками. Итак, пауза затянулась. Нет, Мадан, вы знаете, как говорится, не пострадал, хотя участвовал там, но он не пострадал. Не удалили его. По две минуты получили участники боксерского состязания. Ну вот и наказание. Знаете, на площадке стало посвободнее. Ну и, конечно, хоккеисты Крылья Советов, используя свое преимущество скорости, и отыгрались тут же. Несколько секунд, собственно, 20 секунд было сыграно. И счет стал ничейным. 1-1. Давайте посмотрим еще раз эту атаку. Немчинов, 1-1. Да, вот, послушайте. Два хоккеиста получили по 4 минуты штрафного времени, а два по 2, по 2 минуты. И по-прежнему по 3 полевых игрока на площадке. Костац. Чамберс. Шурло удален и Гетц. А Чамберс на льду. Подкулин, Страхов и Немчинов. Наша тройка. Виктория Березан, нападающий. Один нападающий команды Миннесота. Чамберс. Думал и бросил довольно-таки сильно. Вновь Миннесота в атаке. Смирнов. Меньше 3 минут осталось играть команду в первом периоде. Ничья 1-1. Зайцев. Напрасно Смирнов откатился в среднюю зону. Сейчас бы мог бросить к воротам или приблизиться к воротам.
Еще одно удаление. Чамберс. За подножку на 2 минуты Шон Чамберс, номер 26, команда Миннесота Норсстарс. Три игрока по-прежнему в каждой команде. Но, судя по всему, вот уже через секунду в нашей команде должен появиться четвертый хоккеист. Степа Фаткулин и Миронов. Вот у нас. И у Миннесоты должен был появиться через секунду четвертый игрок, если бы вот не это неожиданное удаление. Так что теперь у команды Крылья Советов чистое преимущество в одного игрока. Две минуты будет, если не забросят они шайбу. Ну, если опять какая-нибудь драка не возникнет. 4-3 это хорошее преимущество. Надо забрасывать обязательно шайбу. Тем более такое длительное преимущество у команды. Ну, тут не удалось поймать шайбу на клюшку, она вылетела из зоны. И время до конца периода еще есть. Около 2 минут. Немчинов. Миронов. Фаткулин. Фаткулин. Миронов, ну кто же будет бросать? Немчинов, неудобно. Бросок. Шайба у вратаря. Была. Ну, в общем-то, он ее какое-то мгновение выпустил из виду. Ну, партнеры помогли. Гордеюк. Вот сзади он. Немчинова. Успел Миронов. Неудачно. Крайне неудачно играют сейчас кисты Крылья Советов, особенно защитники. Они нерасторопны просто. Гордеюк. И положение вне игры. Двадцать пять секунд еще у команды Крылья Советов будет чистое преимущество. Тинорди, Жиль и кто же еще? Душе. Зайцев. Это Хмылев. Зайцев вот там у ворот. Страхов. Кузнецов. И все, как говорится. Штрафное время закончилось. Или почти закончилось. 5 хоккеистов сейчас. 5 хоккеистов команды Крылья Советов, 4 у команды Миннесота. И через несколько секунд 5-й игрок появится. Через секунду-другую 5-й игрок в команде Миннесота. Штепа поменял. Стал на место защитника команды Крылья Советов. 4 нападающих. Волков, Зайцев, Хмылев. 1 защитник Курашов. И на месте левого защитника расположился Штепа. Тинорди, Березан, Жиль и Гевин. Четверка. Миннесота. Все. Не использовали. Очень хорошая возможность для того, чтобы повести в счете московские хоккеисты. 1-1. И подходит к концу первый период. Гол! Ну,
просто удивительно. Вторая или третья атака. Безил Макрей еще до синей линии произвел бросок. Смотрите, не вошел даже в зону. И застал расплох нашего вратаря. 2-1. Гости выигрывают. Этот период, он уже почти закончился, запомнится нам вот неумением использовать создаваемые моменты командой «Крылья Советов». Запомнится редкими результативными бросками хоккеистов команды гостей, ну и боксерскими поединками в середине периода. Итак, в ближайшее время ожидают зрители в вашем дворце спорта. Сегодня в Москве заканчиваются игры с участием команды НХЛ, Миннесота, Норд Старс. И уже 16-го динамовцы встречаются с другой командой НХЛ. Это Монреаль Канадец. А 18-го с канадцами играют армейцы столицы. ЦСКА команда. Да, команда ЦСКА. А уже 19-го приглашаем всех любителей спорта, эстрады, к нам на 50-летие Вячеслава Старшинова. Будет хоккей, кино, концерт, выступление спортсменов, лотерея и много-много интересного. Я еще добавлю, что этот вечер будет вести наш уважаемый, популярный комментатор, наш друг Николай Озеров. Это приятно. Это очень. Наш тоже друг Дворца спорта, я имею в виду. 21 сентября «Спартак» ЦСКА. Этим все сказано. Это уже первенство страны. Самые популярнейшие команды – это ЦСКА и «Спартак». С 28 сентября во Дворце спорта встретятся 32 сильнейших теннисистки мира и разыграют один из этапов Кубка мира по теннису. Анна Ильич, я вот еще перебью вас. Вы говорите, вот туда-сюда приглашать. А билеты-то есть? Вот на Монреале есть? Есть билеты. Пока еще есть билеты. Спешите. И на ЦСКА пока есть. ЦСКА, и на Старшинова продаем билеты. Угу. Так что, пожалуйста, уважаемые телезрители и слушатели Москвы и гости столицы, пожалуйста, приглашаю всех. До конца года это разнообразные концерты будут у нас. Начиная после 6 октября. 6 октября мы заканчиваем первенство мира среди теннисистов. И, значит, будут сильнейшие встречи сильнейших команд по хоккею, выступления фигуристов и многое-многое другое. А заканчиваем 1990 год. Всем известная и самая популярная – это новогодняя елка для детей. Анна Ильинична, ну вот, я думаю, что любители хоккея нас простят, ну, хоккей-то идет, они смотрят. Мы еще немножко с вами поговорим. Вот сегодня, не знаю, сколько, 5-4 тысячи зрителей. Но это не случайно. Мне кажется, что билеты все-таки дорогими стали. Я должна сказать, что вы правы. Сегодня присутствие зрителей, конечно, очень и очень мало. Всего лишь около 4 тысяч человек. Конечно, очень обидно. Естественно, зрителей, наверное, было бы значительно больше, если бы билеты были немножко подешевле. То есть не 10 рублей, а самая высшая цена, это была бы 6 рублей. Тогда было бы совершенно другое дело. Но это не вы устанавливаете цены? Ну, это установил цены Госкомспорт СССР. Ну, с ним можно было бы поспорить, но, наверное, мы недостаточно спорили для того, чтобы продавать билеты подешевле. Ну, а что будет, когда, если будет вдруг, случайно, не случайно, я просто верю, что этого не будет, но вдруг установлен такой громадный налог на спортсооружение. Когда, тогда почем же будут билеты? Вот это и плохо. Если только будет налог, то мы вынуждены будем увеличивать цены. Вынуждены, потому что и не только на спортивные соревнования. И не только на спортивные, но и на зрелищные. Это будем увеличивать 2 раза. И, наверное, на физкультурные какие-то мероприятия. Обязательно. Занятия. На спортивные, на физкультурные мероприятия, на занятия. Особенно у нас очень много занимается во дворце спорта детишек. Дети занимаются и теннисом, и, значит, фигурным катанием, и мы вынуждены тогда увеличить цены. Уважаемые депутаты, я уверен, что многие депутаты смотрят хоккей, мы еще раз просим вас очень-очень подумать и принять правильное решение и пойти навстречу народу, навстречу миллионам любителей физкультуры и спорта. Анна Ильинична, спасибо большое за участие в нашей передаче. Спасибо вам. Как говорится, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго.
Ну, а мы продолжаем репортаж о хоккее. Две минуты сыграно во втором периоде. По-прежнему счет 2-1 в пользу команды Миннесота North Stars. Пока особых изменений в характере игры нет. Крылья Советов вроде бы какие-то больше владеют шайбу. Сейчас вытянул ударную позицию, вышел Миронов. Но вратарь играет безошибочно. Хотя, наверное, претензии можно предъявить и команде Крылья Советов. Несколько прямолинейно завершаются атаки. Главным образом при помощи таких мощных, сильных бросков. И помех у вратаря нет. Перед ним редко кто находится. Почти никто не старается изменить направление полета шайбы. Это Лебедев. Смирнов. Опять дальний бросок от синей линии. И вратари Национальной хоккейной лиги, они, собственно, вот к такой игре привыкли. Чем больше сильных бросков, в том числе, тем лучше играют вратари. А вот какие-то неожиданные броски без замаха, знаете, неожиданные передачи, неожиданные вот комбинационная игра и умение сыграть нестандартно приводит к тому, что вратари теряются. А при такой простой игре, когда много сильных и ясновидных бросков, вратари становятся героями матчей. Напомню, что в первом периоде шайбы забрасывали хоккеисты Миннесоты Гевин и Макре и Немчинов. Немчинов забросил шайбу, когда на площадке было по три полевых игрока в каждой команде. Опять атака и опять неточный бросок. А сейчас уже, не знаю, шайба в ворота летела или рядом со штангой могла пролететь. Данкомстад выбил шайбу. Еще раз смотрим атаку команды Крылья Советов. Кудашов на точке бросания был. Звено Березана во льду. Кудашов. Вот. Чуть-чуть потоньше бы, и тогда Кожевников мог переправить шайбу в ворота. Это Макаров, 19 номер. Шайба в ворота не попала. Прикрыл ближний угол вратарь Кейси. Ворота сдвинуты, но шайба на льду. Хоккей — это не только зрелище, не только спортивное мероприятие, но это еще и демонстрация мод. Смотрите, сколько женщин приходит на хоккей в роскошных, красивых нарядах. Я думаю, что многие знают, что матч транслируется по телевидению, но хочется себя, как говорится, показать всему миру. Тинарди. Тинарди в паре с Уилкинсоном играет. Долин, 22 номер. 10-й душе. Один из специалистов перед сегодняшним матчем сказал мне: вы знаете, после первой игры я разочарован. Очень слабая команда Миннесота, таких слабых у нас не было. После первой игры. Ну вот, знаете, может быть,
Кому-то показалось, что команда не очень сильна, однако канадцы, американцы, вступающие в НХЛ, они ниже определенного уровня не опускаются в своей игре, даже вот в той ситуации, когда команда только вышла на лед и не имеет игровой практики. Ведь и «Спартак», и «Крылья Советов» — это наши лучшие клубы. «Спартак» одолел эту команду в третьем периоде с большим трудом, а команда «Крылья Советов» проигрывает, хотя вроде бы нам всем кажется, что вот-вот тут вот чуть-чуть и посыпется шайба ворота Миннесота «Норстарс». Но нет, шайба не сыпется, а команда хорошо обороняется, команда гостей, и проводит контратаки. И эффективность атак велика, мы это наблюдаем уже во втором матче. Борьба у борта. Капитан команды Жиль, Курт Жиль с шайбой. Невысокого роста, такой плотный, в общем-то, не похож на других защитников, высоких, мощных. Чем-то напоминает Виталия Давыдова, защитника в прошлом «Динамо» и сборной команды страны. Одинцов, Лебедев, Штепа. Курашов с Кузнецовым, защитники. Беллоус вот тут атаковал нашего защитника. И рядом с ним Барбер, 11 номер, это Барбер. Штепа. Ну и вот здесь можно быстро-быстро приблизиться к воротам. Три наших нападающих против двух защитников. Бросок не точен. Восьмая минута второго периода. 2-1. Миннесота Нордстарс выигрывает в Москве командой «Крылья Советов». Гевин, Березан, Макрей, тройка нападающих, защитники Уилкинсон, ну и должен с ним в паре быть, да, конечно, Марк Тинорди. Очень высок, я думаю, что у него рост, наверное, 1,90 м, может быть, и выше он. Вот он слева сейчас, вот шайба Тинорди. И опять некому добить. Гевин, Стюарт Гевин, забросивший первую сегодня шайбу. И опять 3 плюс 2. Не знаю, плюс ли. Трое против двоих. Кудашов. Перри Березан не обладает высокой скоростью, иначе он бы убежал сейчас. Был впереди немножко наших защитников. Миронов, Кожевников. Вот Волков уже вышел, смотрите. Вот, пожалуй, первый такой непростой бросок. Без замаха бросал практически Кожевников и с трудом уже отразил шайбу. Тут Кожевнику досталось. И атаковали два соперника и отобрали шайбу у него. У меня такое впечатление, что сегодня команда Миннесота Нордстарс играет лучше, чем в матче со «Спартаком». Им понадобилось время и для климатизации, ну и постепенно набирают форму хоккеисты после летнего перерыва.
Мадана, Шурла, Проп. Тройка. Вот эти ребята не расстаются друг с другом. Без особых изменений в этом изменении не происходит. Чамберс, 26 номер. Костат, 40-й. Шайба застряла тут, у бортика никак ее не удается вывести. И, наконец, Немчинов пошел вперед через ту площадку, почти прокатился, вошел в зону соперника, сделал передачу Гордиюку. Как легко прошел и сделал передачу. Констат. Исмантович, вот фланг свободен, можно смело идти к воротам. И партнеры рядом. Пожадничал. Исмантович мог оставить шайбу идущему рядом Немчинову. Положение вне игры. 11 минута второго периода, по-прежнему 2-1. В пользу команды Миннесота Норд Старс. И замена. Видите, пол периода прошло, как и в первом матче. Джон Кейси уступил место второму вратарю. На этот раз в воротах Ярмо Мюллис, 35-й номер. Вратарь в прошлом, вратарь сборной команды Финляндии. Нет, извините, это я, как говорится, не туда посмотрел. Заменили в вратарях тренера команды Крылья Советов Сергей Звягин. Молодой, 71-го года рождения вратарь, а Кейси пока на месте. Ну, что сказать об этом вратаре? Он недавно в команде Крылья Советов, в прошлом игрок юношеской сборной страны, воспитанник клуба ЦСКА. Но в ЦСКА много вратарей. И Михайловский, и Вашкин, и Дроздов. Дроздов сейчас первым вратарем, в прошлом воспитанник команды Крылья Советов, хотя в прошлом сезоне он играл в команде Торпедо Нижний Новгород, тогда еще Горький. Ну и вот, как утверждает Игорь Дмитриев, главный тренер Крылья Советов, мы поменялись, команда ЦСКА уступили им Дроздова, ну уступили, так говорится, через другой клуб, отправив Дроздова в Горький. Молодой и, как утверждают специалисты, очень способный вратарь Сергей Звягин. Восемнадцатый номер — это Боб Смит. И вот подключение защитника неожиданно и очень своевременно. Это Уилкинсон выкатился вперед. Удаление. Дон Барбер нарушил правила. Ну посмотрим, может быть, сейчас удачно сыграют хоккеисты Крылья Советов. Пока не удалось им использовать численное преимущество еще ни разу. И как-то опять
очень уж спокойно играют в таких секретах, когда у них на одного игрока больше. Да, время еще есть. Бец. Подкулин. Кожевников. Макаров. И опять все закончилось, не успев по-настоящему начаться, как говорится. Кожевников. Атаковали Кожевникова, он немножко притормозил, партнер вошел чуть раньше уже в зону. Дэнни Граттон, 41 номер. Граттон, 17-й Макрей, и здесь же кто третий? А, третьего никого, поскольку четвером по-прежнему играет американская команда. Миронов. Неточный бросок. Хмылев бросал. Вновь Миронов. Страхов. В очередной раз шайба не долетает до ворот. Можно играть. Напрасно хоккеисты Крыльцетов решили возвращаться в свою зону. Зайцев. Зайцев, Волков и все. Время штрафное кончилось. В полных составах обе команды. Но команда Крыльцетов атакует. Перед вот в этой зоне, перед вратарем нет никого. Редко появляются там хоккеисты Крыльцетов. Уилкинсон. Гордеюк. Справа Смонтович, слева Немчинов. А шайба за воротами у соперника, оказывается. Не успел Немчинов к шайбе вот, в средней зоне, не успел. Ну, в общем, характер игры не меняется. Вроде бы побыстрее действуют хоккеисты Крыльцетов, но мне кажется, вот так, если играть, вряд ли можно отыграться, вряд ли можно выиграть. Мало комбинаций, мало желания сыграть остро перед воротами. Наверное, клуб Миннесота Норд Старс не самый сильный, конечно, в НХЛ, мы это уж видели, другие команды. Но и обыграть эту команду, не прикладывая максимум усилий, очень трудно. Вратарь. Кейси все время подсказывает. Ну, трудно понять, что он подсказывает. Ну, наверное, защитникам всегда. Что вратари могут подсказывать? Чтобы защитники были внимательны и не заигрывались в атаке. Команды в полных составах, но сейчас так активно действовали американцы, что можно было подумать, что у них на одного игрока больше.
2-1 и играть меньше 5 минут уже во втором периоде. Ошибка защитника, но входить нельзя в зону. Нельзя. Положение вне игры. Дюше, Граттон, Долин. Защитники Чамберс и Костат. У нас Кузнецов, Курашов, Одинцов, Лебедев, Штепа. Вновь на том же месте вот борьба за шайбу, которую не видно, шайбы не видно, где она там. И опять есть возможность для контратаки. Спартаковцы неудачно играли два периода в обороне, но очень хорошо комбинировали и атаковали, особенно в третьем периоде. Команда Калицетов неудачно играет. Неудачно играет в атаке. Ну и вот тут еще обоюдное удаление, по-моему. Опять возникла потасовка какая-то. И удаляется в команде Калицетов Штепа, а ну вот смотрим, что там происходило. Так, один удар, второй удар. Ну вот, а нокаутирующего удара Штепа мы и не видели. Ну, 10 секунд уже отлежал защитник Миннесоты на льду, так что здесь по ударам, значит, в боксерском поединке победил наш спортсмен. Послушаем сейчас объявление. По 2 минуты получают Штепа и штрафного времени. Ну, я думаю, что хоккеист из Миннесоты не сможет находиться на скамейке оштрафованных. Он получил травму и покидает лед при помощи товарищей. Кто-то за него будет отдыхать. Покидает не только лед, но и вообще покидает площадку. Видимо, сегодня он уже не будет играть. Это, по-моему, Чамберс. Зрители приветствуют его, провожают. А на скамейку оштрафованных вместо него садится Модано. По 4 полевых игрока и еще играть во втором периоде. 3 минуты 43 секунды. Миронов, Страхов, Кудашов, Кожевников. Березан, Уилкинсон. Тинорди и Гевин, четверка Миннесоты. Кожевников. Кудашов. Пошел к воротам, уже в который раз в одиночку не пробиться. Вот так опять же, пытаясь в силовой борьбе переиграть соперника, вряд ли. Физически сильнее хоккеисты Миннесоты. Ну, на глаз, по крайней мере. Ну вот, удаление, безусловно.
Кеннарди удаляется на 2 минуты. И Крылья Советов получают хорошее численное преимущество. Минуту 19 секунд. 4 плевка игрока команды Крылья Советов будут играть против 3 хоккеистов Миннесоты. Хмылев, Немчинов, Фаткулин и Миронов. Жил Гетц и 41 номер Граттон, тройка команды Миннесоты. По-прежнему 2-1 гости выигрывают. Ну, посмотрим, как сейчас будут атаковать хоккеисты Крылья Советов. Фаткулин. Рядом Миронов. Можно бросать. Ворота были открыты. Путь к воротам был открыт. Фаткулин. Еще раз можно бросить. Опять пас. Тут рядом у меня в комментаторской кабине окно открыто. И я слышу, какие слова говорят зрители в адрес команды хоккеистов Крылья Советов, которые не бросают шайбу по воротам. Еще одно удаление. Еще одно удаление, и у нас в команде Миннесота Норд Старс. За удар соперника по рукам удаляется Гетц. Сколько ж надо удалять хоккеистов в команде, в американской команде, чтобы отыгрались хотя бы хоккеисты Крылья Советов. Секунды еще будет. 4-3, потом выходят хоккеисты, будет 5-4, еще 1.5 минуты примерно. Ну посмотрим, чем все кончится. Просто обязаны забросить хоккеисты Крылья Советов шайбу. Говорится, другого выхода у них нет. Просто неприлично будет играть таким образом, проигрывая, вот имея такое преимущество. Да. Миронов. Вышел Хмылев. Немчинов. Немчинов там обосновался на пятачке. Его там отодвигают в сторону. Это не бросок, а так. Еще одна попытка. Сразу надо было бросать. Конечно же, сразу, простите за подсказку. Блестяще играет вратарь. Сейчас достал шайбу, пущенную в верхний угол ворот. Ситуация та же. 3 полевых игрока в Миннесоте Норд Старс и 4, по-моему, еще. И 4 игрока у команды Крылья Советов. Итак, Фаткулин, Курашов, Гордиюк и кто еще? 4-й, Волков, Михаил Волков. Гордиюк выиграл вбрасывание. Курашов. Все-таки 2-2. 2-2. Забросил шайбу Курашов. Выстрадали эту шайбу хоккеисты Крылья Советов. Вымучили, что ли. Долго они атаковали, ну, наконец сравняли счет, и теперь по 4 плюс игрока в каждой команде.
это случилось за минуту и 20 секунд до второго перерыва. Вспоминая предыдущий матч со Спартаком, хочу сказать, что после первого периода Спартак выигрывал 4-3, после второго 5-4 выигрывала Миннесота, ну и заключительный период выиграл Спартак 3-0. Посмотрим, может быть, та же ситуация будет и в последние 20 минут, когда хоккеисты Крылья Советов за счет лучшей физической подготовки смогут вырвать победу. А пока атакуют хоккеисты Миннесоты Кузнецов. Смонтович. Вот сейчас пас должен быть защитнику. Кузнецов. Своего попал. Воденцова шайбу угодила. Хорошо. Это Гордеюк. Набрал высокую скорость. Немчинов. Можно бросать. Шайба не попадает в ворота, но едва тут защитники не затолкнули ее в сетку ворот. Уилкинсон. Шайба в него попала. Шесть десятых секунды до конца второго периода. Нужно ли вбрасывать? Напомню, 2-2. Во вторые 20 минут была заброшена одна шайба. Это численное преимущество было у команды Крылья Советов с подачи Гордеюка. Курашов точно бросил. Закончился второй период. Посмотрите нашу рекламу. Окей. Третий период матча Крылья Советов Москва, Миннесота Норд Старс, Соединенные Штаты Америки, НХЛ. 2-2 после двух периодов. Что будет, если третий период закончится в ничью? Ну, будет дополнительные 10 минут. Тут по правилам НХЛ проводятся матчи. Ну, вот в этом, по крайней пункте. Не, значит, 10 минут до заброшенной шайбы. Если на второй минуте забросили, на первой, значит, заканчивается встреча. Если и эти 10 минут не будет заброшена шайба, то есть будет ничья, то тогда булиты, по 3 булита. Если опять ничья, то по одному булиту до выявления победителя. Ну, это еще, как говорится, впереди, но на всякий случай, чтобы вы знали, чтобы все знали, что вот так может игра закончиться. Когда закончился второй период, заканчивался, то команды играли в неполных составах, были удалены Штепа и Чемберс. За полсекунды до конца защитник Олстад, или Костад, как написано в протоколе, погорячился, нанес удар кому-то из хоккеистов Крылья Советов, и теперь он тоже на скамейке штрафников. Так что ситуация уже, как говорится, повторяющаяся. 4 хоккеиста Крылья Советов против 3 хоккеистов Миннесоты. Но вот уже 5 хоккеистов команды Крылья Советов против 4 команды соперников. Немчинов. Шайба не попала, поскольку бросок был не сильный. Но передача была мягкой очень. Итак, преимущество в одного полевого игрока на стороне московского клуба. Красиво. Красиво. И на этот раз арбитр почему-то не штрафует. Хотя никакого силового приема не было. Просто зацепили за руку Смонтовича и бросили его на лед. Арбитр мог смело еще одного человека наказать. Главный арбитр, напомню, судья из Финляндии Сеппо Мякеля. Ему ассистирует Александр Зайцев, Александр Миняйло, советские арбитры.
Степан. Степа, Одинцов и Лебедев. Граттон, Душе выходит на лед. Уилкинсон по-прежнему на льду. И Чамберс. Степа. В полном составе Миннесота. Надолго ли? Полный состав, и вышла шайба в среднюю зону. Идет уже третья минута заключительного периода. Простите, опять же, третьего периода, точнее. Да, ну вот, в общем-то, прошло, по-моему, незамеченным то, что вратарь уже другой в команде. Ярмо Милюс, я о нем уже говорил, занял место в воротах Миннесоты. А Джон Кейси отдыхает. 35-й номер Ярмо Милюс. Ну и у команды Крылья Советов Сергей Звягин в воротах. Он заменил Олега Браташа. Точный пас, хороший пас Долин. И удаление в составе Крылья Советов за удар соперников, за задержку руками. Кузнецов удаляется. Итак, смотрим, как будто бронятся сейчас крылышки. Билл Лоус, что давно его не было видно. Билл Лоус, ну, не полный состав, и поэтому не выходил. Билл Лоус, Мадано, Проб, нападающий. Защитники. Пятый номер Уилкинсон и Костат. Сороковой номер. Билл Лоус. Хмылев. Хмылев, Зайцев, Страхов, Миронов, четверка Крылья Советов. Ох, сейчас могла возникнуть хорошая контратака. Все хоккеисты Миннесоты ушли вперед, а здесь было двое хоккеистов Крылья Советов. Не удалось обработать как следует шайбу. Мадано, Проб. Вновь Мадано. Отличный пас, и Проб не использовал великолепную возможность вывести свою команду вперед. На лед выходит Смит, Барбер, Биллоус на льду. И он уходит. Шурла вышел на лед, 27 номер. Смит. Смит, Звягин, Гетц. И вот еще раз обращаю внимание, не бояться идти на пятачок, на добивание. Хоккеисты НХЛ. Там, где жарко, там, где борьба, обязательно находятся и нападающие, и защитники. Не избегают борьбы, не избегают столкновений. Макрей, Джимс, Гэвин, Березан. Вышли на лед. И хоккеисты команды Крылья Советов тоже в полном составе.
Кудашов. Страхов. Это Макрей. Отличный пас, точный пас. Березан притормозил, а может быть его это Миронов задержал, не дал ему выйти вперед и овладеть шайбой. Вся тройка нападения. Команда Крестьянов в атаке. Бросок. Много жиль водил и в результате уступил шайбу. Фаткулин. Бросок. Да, вот мальчики, сидящие подо мной, кричат: что ж ты в ближний угол-то кидаешь? В ближний угол было бесполезно бросать, там стоял вратарь. Ну давайте еще раз посмотрим эту атаку. Фаткулин делает передачу, это не бросок был. Да, вот тут можно было, нужно было попасть еще в дальний угол, это Макаров бросал. Лебедев. Вот сейчас какие-то крестьяне стали играть быстрее и, в общем-то, какая-то комбинационная игра появляется. Передачи точные, скорости более высокие. Тинарди. Душа. Граттон. Игра пошла побыстрее, и не только наши кисты стараются играть быстрее, но и гости тоже. Крылышки, как и в предыдущих двух периодах, конечно, больше атакуют, и у них шайба находится больше, но это вовсе не значит, что они выиграют. Шайба может влететь как раз совсем наверх противоположные ворота, как было это и в первом периоде, когда хоккеисты Миннесоты забросили две шайбы. Курашов. И вот контратака американцев. Пас от борта. Биллоус, Смит, вновь Биллоус, и отличная передача, прекрасный розыгрыш шайбы, и едва Барбер не забросил шайбу, не удалось ему переиграть Звягина, он просто не смог перебросить через вратаря шайбу, а комбинация была хорошей. И вновь атакуют американцы, мощнейший бросок. Не знаю, как закончится эта игра. Естественно, никто не знает, наши выиграют или соперники. Но то, что команда Миннесота Норд Стар сегодня играет лучше, чем в предыдущем матче, это бесспорно. Гордиюк. Смонтович. В одно касание переправил шайбу Немчинову. Немчинов выходит к воротам. Задержал его руками Уилкинсон, так незаметно, может быть, для арбитра. Придержал его, и атака захлебнулась. Мадано. Мадано, проб. Вновь Мадано, проб, и опять опасная атака. Ну, сейчас вратарь хорошо сыграл клюшкой, пытался обыграть его, проб, не получилось. Но это сигнал уже второй или третий в третьем периоде для команды, для защитников команды Крыльев Советов. Что-то легко стали
приближаться к воротам соперники, не ощущая, что ли, серьезного сопротивления. Беллоус. Опять он на льду. Отличный пас. Смит. Положение вне игры. Мне казалось, все будет наоборот. В третьем периоде преимущество команды, как говорится, станет более ощутимым. Однако, посмотрите. Атакуют больше сейчас гости. Гетц, Смит, Беллоуз и Барбер сейчас на льду. Пакулин. Беллоуз. Макара. Очень долго идет подготовка к броску. Ну, вы знаете, по новым правилам теперь арбитры не ждут, когда такой проброс, кто раньше подъедет. Какие обороняющиеся команды или атакующие. Свисток следует сразу, и шайба возвращается в зону той команды, вот, которая сделала проброс. Ленинград, там 41 номер на точке вбрасывания. Это Курашов. 11-я минута третьего периода. 2-2 по-прежнему. Это Долин. Одинцов. Третий период проходит на равных уже. И обороняться приходится москвичам не меньше, чем их соперникам. Гевин. Курашов. Гевин. Рядом с ним Березан. Гевин смело пошел вперед и очень быстро потерял шайбу. И здесь нападающему не удалось приблизиться к воротам. Сейчас хоккеисты быстро играют и быстро теряют шайбу. Обратите внимание, сколько ошибок вот в течение 30-40 секунд. То одна шайба, то шайба приходит к одной команде, то к другой. Страхов. Березан. Не знаю, старается он прижать шайбу или наоборот. Арбитр не торопится с виском и выиграл американец. Шайбу сделал, хороший бросок. Хорошую передачу сделал, а бросок уже был со стороны пропа. Как-то очень тут хоккеисты Миннесоты чувствуют себя по-домашнему уже у ворот команды Крылья Советов. Арбитр сейчас вновь не обратил внимания, почему-то сейчас стал меньше обращать внимание на нарушение. Мадано. И идут на добивание, не страшась ни соперника, ни вратаря, ни поднятых клюшек. Идут, не идут, а просто прыгают туда в зону. Продолжение следует...
матчами будет принят в серии штрафных бросков в соответствии с правилами, установленными международной лигой хоккея. Зрители реагируют на это объявление с воодушевлением, что ли. Ну, конечно, не так часто приходится видеть серии пенальти этих штрафных бросков. А пока мы видим, как хоккеисты Миннесоты стараются сделать все, чтобы не довести дело до добавочного времени и до буллитов. Не атакуют, просто стараются забросить шайбу. Борьба в середине площадки. Биллоус вошел в зону положения вне игры. Его партнер Барбер вошел раньше в зону крыльев советов. Итак, играть еще ровно 6 минут. Ничья 2-2. В третьем периоде, опять же, добавляю, в третьем периоде играть. А потом 10 минут до заброшенной шайбы. Ну или буллиты до того, как будет выявлен победитель. Долин душе. И в этой компании играет Графтон, 41 номер. Долин. Кузнецов. Пара Кузнецов-Курашов. Чаще других выходит на лед у команды Крылья Советов. Видите, когда численные преимущества, когда наоборот, нужно больше обороняться. Курашов. Не точно. Бросал Кудашов. Рядом с ним Кожевников. А это Курашов. Кожевников получил шайбу. Граттон. До этого года команда Миннесота встречалась с нашими клубами только на своей площадке в Блумингтоне. И все время проигрывала. 5-8 команде Крылья Советов. В 78 году, в 83-м сборная СССР 3-6, потом в 86-м ЦСКА 3-4, в 89-м Рижским Динамовцам 1-2, ну и вот совсем недавно в команде ЦСКА 2-4. Совсем недавно, я говорю, в 90-м году. Мадано. Тинорди. Биллоус через зону проброс шайбы. За красной линией находился Биллоус. Четыре минуты и две секунды еще играть в третьем периоде команда. Смит, Биллоус падает, встает и смотрит, где шайба. Хороший пас, и можно убежать здесь. Нет, не удалось Зайцеву. В общем-то, убежать удалось, но бросить не удалось как следует. Это Хмылев рядом. Ошибка защитника и выход один на один. Брайан Биллоус не использовал возможность для того, чтобы забросить третью, может быть, решающую шайбу. И сейчас была хорошая возможность. В третьем периоде гости играют острее. Биллоус. Это Гетц бросал. Барбер. Паника в обороне команды Крылья Советов. Ну, все кончилось благополучно. Нет, не удается
Не удается довести дело до броска, вот даже как. Много суеты, движений много, бросков нет и выгодных ситуаций для взятия ворот тоже немного. Смит. 2.5 минуты до конца третьего периода. Вратарь, вы помните, Ярмо Мюллис. Он вышел в третьем периоде. Макаров. Получился бросок. Теперь вбрасывание. Итак, напоминаю. Первый период. 6-я минута. Гэвин 1-0. 16-я. Немчинов 1-1. Когда было по 3 полевых игрока в каждой команде. На последней минуте первого периода Макрей 2-1. И когда было чистое преимущество команды Крылецветов, Курашов с подачи Гордиюка в третьем периоде забросил вторую шайбу команды Крылецветов. 2-2. Ну вот, еще 2 минуты в основном играть командам. Будут ли дополнительные? Душе. Вот когда хоккеисты идут вдоль синей линии, так потихонечку прокрадываясь в зону соперника, вот часто бывает положение не игры, кто-то с другой стороны, конечно, чуть раньше входит без шайбы в зону. Граттон выиграл вбрасывание. Душе. Долин. Лебедев. Немного было острых ситуаций у ворот Миннесоты в третьем периоде. У противоположных ворот было горячее. И арбитры устали. Помню, Сеппе Мякеле, главный судья из Финляндии. Замена в составе Крылья Советов. 23-й Волков, 25-й Хмылев, а Зайцева заменил Немчинов. Долин. Не удалось ему выбросить шайбу из зоны, поэтому бросок вот. Я смотрю на секундомер. Последняя минута третьего периода. И вот выход 1-1. Может быть, все решится сейчас. Нет. Ну что, арбитр, Булит должен назначить. Да, Булит. Так что, может быть, мы увидим один Булит вместо серии. И, может быть, он все решит. Нет, Булита нет, по-моему. Удаление. Удаление, да уже удаление, нет Булита. Проб на 2 минуты удален. Да, Волков выходил 1-1. Тридцать семь секунд. В третьем периоде играть командам еще. Немчинов, Гордиюк, Хмылев, Курашов, Подкулин, Тенорди, Гевин, Березан и Джиль. Четверка команды Миннесота Норт Старс. Последние секунды третьего периода. На перерыв команды, насколько я понимаю, не уходят. Если будет перерыв, то небольшой. Прямо здесь на площадке. Но все равно какая-то пауза будет, безусловно.
Гумылев. Бросать надо, бросать и не раздумывать. Что сейчас тоже думать? Секунды последние. Нет. Милюс играет хорошо. Сирена. Три периода не выявили победителя. 2-2. Так, 10 минут дается на то, чтобы выявить победителя. Ну, эта победная шайба может быть заброшена прямо сразу. Ну и напомню, что у команды Крылья Советов по-прежнему численное преимущество. Минуты полторы еще не будут иметь лишнего игрока. Ну вот, судьи подъехали к столику. Обсуждается ситуация и на скамейках запасных. Курашов пошел там что-то выяснять. Пауза на льду. Зрители, ну, такое у нас не часто бывает. Так что победителя мы сегодня с вами узнаем. Да, тут зрители вспоминают, что вот такая же ситуация была команды Крылья Советов во встрече с командой Calgary Flames. Тогда победу одержали хоккеисты Calgary. В дополнительном четвертом периоде. Что там не ясно? Объясняются судьи, объясняются тренеры команд, игроки. Вот главный арбитр Мякеля с одной стороны переезжает на другую. Представители нашей федерации там выясняют отношения. Президент Федерации арбитров Советского Союза Наум Резников там энергично разговаривает с Мякелем. А это президент Федерации хоккея Советского Союза Кравченко Леонид Петрович. Генеральный директор ТАСС. Итак, нужно ли меняться, нужно ли меняться воротами, как говорится. Вы знаете, вот что меня всегда удивляет. Как будто вот этого не ждали. Как вы знаете, говорят, вдруг наступила осень, там и надо убирать урожай, или наступает зима, и нужно морозы вдруг неожиданно наступили. Так же и здесь. Но это же можно было все подготовить. До начала игры все выяснить. А не выяснять вот сейчас, как будто, говорят, это сверхъестественное событие какое-то. Показывают табло. Показывают на табло арбитры, проб удален, и он еще должен находиться непонятно сколько секунд, потому что тут штрафное время пропало. Информация о штрафном времени, табло исчезло. Вот сейчас... Да, по контрольному берется. Ну а что, сколько осталось еще пропа находиться на скамейке оштрафованных, можно было тоже это объявить. Уж заодно. Так, 59-23. Ну, будем считать. Значит, 37 секунд отсидел, но остальное время будет вот в четвертом периоде. Итак, 2-2. И 4 полевых игрока у команды Minnesota North Stars. Команда Крылья Советов сейчас атаковала. На месте защитника оказался Немчинов, а Фаткулин пошел вперед. Ну вот Фаткулин вернулся на свое место. Гордиюк. Гордиюк, Мылев, Немчинов. Немчинов. Фух ты. Ошибка и атака Миннесоты. Гевин. Фаткулин, Мылев.
вновь Хмелев шайбы. Вся пятерка команды Крыльцета вошла в зону соперника. Подкулин. Страхов свободен. Гордеюк. Одинцов уже вышел на лед. Бросок, еще бросок. Шайба не доползла до линии. Остановили ее в 5, может, в 10 сантиметрах. Тенорди очень хорошо подстраховал вратаря. 13:37. 10 секунд еще. Будет честный пример, что команда Крыльцета. Немчинов вернулся на лед. Поиграл немножко Одинцов. Теперь вновь Немчинов, но справа Лебедев, слева Штепа. Страхов и Миронов защитники. Душе, Гёц, Граттон. Добить бы! Нет, капитан команды Жиль. Не только сел на лед, но еще руками держался за лед, чтобы его не сдвинули, чтобы его не затолкнули вместе с шайбой ворота. Миннесота Норд Старс в полном составе. 2-2 идет вторая минута четвертого периода. Смит, Немчинов, бросок. Богатырский замах, но по шайбе Миронов не попал. Лебедев. Биллоус рядом, Смит. Вновь Смит. Смит, Барбер, Биллоус. Тройка. Нападение. Жильти Тенорди. Шайба не доползла до красной линии, поэтому свистка не последовало. Миронов. Вновь шайба через красную линию переброшена из своей зоны. Вбрасывание в зоне команды Крыльцеветов. Мадана проб Шурла. Вратарь Звягин. Вот впервые он вышел на площадку в составе команды Крыльцеветов. И, в общем-то, сразу непростая ситуация, видите. Но пока шайбу он не пропускал, ни одной еще. Обе шайбы были пропущены командой, когда Олег Братар защищал ворота. Мадано. Шурла. Хвостопнулись вовремя. Смирнов применил силовой прием. Четвертая минута четвертого периода, по-прежнему 2-2. Волков. Бросок не получился сильным, а так было хорошо все сделано. Два хоккеиста Крыльцетов стояли прямо перед воротами и ждали передачи. Опять Волков. Вновь Волков. Не попала шайба к Немчинову. Это Гевин. Березан.
в команде Крылицетов все время, почти все время на льду Немчинов. Отдохнет несколько секунд на скамейке запасных и вновь выходит на лед. Четыре с половиной минуты сыграно в четвертом периоде, 2-2, и равная борьба на площадке. Одинцов и Граттон. Страхов, ну... бросок в зону. Ну и, в общем-то, напряженность возникла после этого броска у ворот Мюллиса. Не за шайбы, а за соперником сразу помчался Тенорди тут вдоль борта. Душа. Долин. Нет. Вновь Долин с шайбы. И сразу возвращается нападающий. Да и защитники. Нет, на защитники еще на месте. Нападающий сразу на скамейку запасных, чтобы уступить место. Артем, гол! Победа! Кожевников! Александр Кожевников! После прохода Гордеюка, вот он минуты 3-4 не выступал, вот отдыхал. Опытный Александр Кожевников забрасывает победную шайбу на 6-й минуте 4-го периода. 3-2 в пользу команды «Крылья Советов». И на этом мы заканчиваем нашу трансляцию из Лужников. Еще раз посмотрите, это Гордеюк, вот он бросает. А Кожевников, опытный, хитрый Кожевников, оказался сзади. Посмотрите, он добил шайбу уже в пустые ворота.